Значит, сижу, чищу картошку. Решила, думаю, заснять надо, наверное, как я тут сейчас собираюсь курицу с картошкой готовить вон в той фигне. И вдруг вспомнила, что у меня камера-то ни хрена не заряжена. И вообще дофига флешка забита. Ну, как-то вот, может, я ее сейчас все-таки подзаряжу. И, может быть, потом еще чуть-чуть засниму. Так что, гаменьте, что не сложилось так, что, как я думала. Хотя, в принципе, чего вам меня извинять? Потому как бы я не планировала это заснимать. Идея пришла вот в процессе все-таки. Не надо камеру оставлять с флешкой полузабитой и полуразряженной при этом аккумулятором. Вон котик сидит. У меня слегка подзарядилась, она практически полностью. Короче, вот, на самом деле, вон там где-то внизу еще есть морковка. Хорошо, что я морковку не только заморозила в виде тертости, но еще кружочками порезала. Вот тут у нас три ножки. И вот эта картошка еще, короче, почищенная. Тут у меня вообще вот от такой малюсенькой, да, вот, ну, вот такой, наверное, 13 штук вышло в итоге. Сейчас я туда еще собираюсь соли немножко сверху положить, пару луковичек очищу. У меня, по-моему, в наличии сейчас, ну, помимо прочего, где тут это? Вон там у меня в белом ящике вообще очень много всякого лука, вплоть до вот кулак, наверное. А внизу еще у меня есть немножко луковичек. Ну и в коридоре еще чуть-чуть луковичек. Короче, думаю, пару красненьких небольших луковичек очистить. И укропом еще все это посыпать и вон туда он отправить. Минут так на 30. В общем, потом, наверное, уже запишу, как оно будет готовое. Я тут, короче, вот оно у нас. Вот так сейчас выглядит и в скором времени вот сюда отправится на 30 минут на 200 градусов. Ибо кабачок, когда я делала, то поняла, что готовить его надо на 200 градусах. Думаю, что курицу примерно так же. Как свою курицу до этого делала, я забыла, совершенно забыла, что я уже делала курицу, правда, без всяких овощей. Короче, глянуть, как там в кукпеде писала. Ну, в общем, сейчас я это отправлю, пока буду плиту мыть, то у меня манная кашка убежала, посуду мыть. Потом поем и отправлюсь на свежий воздух. Ибо что-то сегодня я еле выпинала саму себе с кровати. Состояние было примерно как вчера. Но я поняла, что если я все-таки усну и проснусь часа в 4, то это будет намного хуже физического состояния, чем если бы я встала сейчас. Как бы встала. У меня кофе. Но кот меня отвлек, в итоге я не попила кофе. Но разбавлено молоком. А молоко разбавлено водой, потому что молоко, ну, очень жирное, намного жирнее, чем вот козье я брала. Хотя считается, что козье само по себе жирное. В общем, вот, как-то так. В итоге я туда добавила бульон, и вообще все это у меня растянулось на целый час. На вот этих вот, 200 градусов. В двойном подогреве, конвекции. Я что-то потом уже подумала, что, наверное, надо было сразу добавить бульон. Но я что-то понадеялась, что в этом сока мясного и картофельного и прочего вполне себе хватит. Ну, чтобы вот оно все варится и как-то так тушится или типа того. Печься и даст сок. И само себя пропитает. Ну, видимо, как-то я, может быть, что-то не додумала. Где-то просчиталась. Ну, вообще, первый раз такое делаю. Да-да, можете вякать в комменты, что надо было уточнить. Действительно, может быть, надо было уточнить. Да, я еще думала, что лук тоже даст какой-нибудь сок. Но вот, в принципе, выглядит съедобно. В общем, вот такие пироги. Всем пока!